Мы начинаем свой репортаж с районной августовской педагогической конференции «Тенденции и перспективы развития системы образования Щучинского района». Принимаем деловые предложения по совершенствованию системы образования Щучинского района. Будем рады услышать объективную оценку работы системы образования и педагогических коллективов школ. И, конечно же, мы принимаем искренние поздравления педагогам Щучинщины! И первыми спешат поздравить педагогов системы образования нашего района гимназисты. Им слово! Мое призвание – педагог, чтобы душу отдавать всю детям. И сколько бы ни было дорог, моя главнее всех на свете. Пускай сегодня ярко светит солнышко. Пускай листва букетами пылает. Луч ярко в глаз войдет через оконышко. Он тоже вас сегодня поздравляет. Спасибо вам за знание умения. За свет улыбки, ласковое слово, за труд ваш, за любовь и за терпение. Мы благодарны, повторяем снова. Ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, стоим мы 100 000. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, стоим мы 100 000. Я, ты, он, она. Педагогические коллективы пополняют молодые специалисты, которые, мы думаем, не только продолжат славные традиции Щучинщины, но и создадут новые. 30 августа 2023 года мы, молодые педагоги, торжественно клянемся бережно и с любовью воспитывать маленьких граждан нашей Республики Беларусь. Торжественно обещаем научить каждого ученика убеждать, а не унижать, любить, а не ненавидеть, созидать, а не разрушать. Торжественно клянемся в обучении использовать современные методы и формы, развивать в учениках потребность совершенствовать мир, открывая новое и неизведанное только на благо человечества. Обязуемся оберегать, оказывать помощь ребенку, своевременно увидеть в его глазах просьбу о помощи и научить его быть счастливым. Обещаем научить детей общаться с миром на «ты» и не забывать, что нет лучше места, где ты родился и рос, где все у тебя было впервые, где тебя ждут и в тебя верят.